смотрите, я вам такую историю скажу. Я выражаю тоже за всех ребят. Ну тогда давайте откажемся от борта, пока все ВВК не пройдут нахуй. И все. Все, отказываемся. Куда вы отправляетесь? От Боинга нахуй. Ну вы нас куда отправляете опять? Да будем отказывать от Боинга, нахуй это надо. Мобилизация происходилась, без медосмотра. Ну что делать? Мы отказываемся. Хорошо, от Боинга. Пригласите прокуратуру, будем решать вопрос. Прокуратура нихуя не решает так же. Давайте решать вопрос, давайте. Нет, давайте. Прокуратуру вызывайте, чтобы мы не ездили. Решим вопрос на месте. Давайте. Давайте вызовем. Давай. Просто чтобы, ну, чтобы было все организовано. Уходите, пацаны, сейчас опять, блядь, до вечера будет стоять. Подождите. Включите, пожалуйста, все телефоны. Сейчас приезжает прокуратура непосредственно. Мы снимаем это все на видео, отправляем в Москву. Что происходит? Нет, ребят, потому что это будет происходить. Не мы первые, не мы последние. Это будет происходить. А этот дурдом надо кончать. Просто кончать.